Всем привет, с вами Crypto Today, и сегодня я хотел бы вам рассказать про такой проект, как U-Chain. U-Chain — это первый блокчейн-проект общественной инфраструктуры, специально разработанный для глобальной экономики совместного использования. Наряду с другими предприятиями, использующими экономику, U-Chain стремится построить свою базовую сеть для решения текущих проблем доверия и злоупотребления данными, осуществляя API и SDK, предоставляемые U-Chain. Все совместные предприятия экономики могут выпускать свой собственный токен и создавать свое приложение поверх сети U-Chain, одновременно делая U-Chain лучшей глобальной экосистемой экономии автономного обмена. На данный момент у U-Chain есть готовый продукт U-Bicycle, который занимается арендой велосипедов в Китае и является самым популярным приложением в этой отрасли. Экосистема же U-Chain. В ней есть две основные роли, которые управляет экосистема U-Chain. Это пользователи и разработчики. Пользователи могут отнести к категории пользователей услуг, независимых поставщиков услуг и поставщиков корпоративных услуг. Они используют или предоставляют услуги по U-Chain. Независимые же разработчики или разработчики фундамента U-Chain создают и поддерживают инфраструктуру U-Chain. Они взаимодействуют друг с другом, устанавливая их различные ценности, чтобы сделать U-Chain лучшей экосистемой. Также я хотел бы вам рассказать про смарт-контракты. Там есть у них сервисный уровень, это награда Red Envelope Reward, чтобы повысить эффективность использования велосипедов. U-Bicycle будет реализовывать интеллектуальные контракты, что когда использование велосипеда будет ниже определенного порога, он будет обозначен как велосипед красного цвета на DApp. Как только пользователь отправится на велосипед с красным конвертом, определенное количество токенов будет вознаграждено в зависимости от его предыдущей степени использования, а также от общего расстояния, которое может пройти пользователь. Также есть служба управления учетными записями. Это пользователи регистрируют новую учетную запись с их номером телефона или адресом электронной почты. При этом каждый пользователь присваивается уникальный цифровой идентификатор, связанный с их учетной записью. Пользователь может также связать свой цифровой кошелек с DApp для облегчения доступа. Все транзакции и поведение пользователя будут записаны и связаны с их цифровым идентификатором на блокчейне. Также есть аутентификация по кредиту. После успешной регистрации пользователь должен будет завершить проверку подлинности по кредитам до того, как они смогут использовать службу совместного доступа. U-Bicycle DApp будет получать паспорт пользовательского кредита на основе личной информации, которую пользователь предоставляет. Паспорт User Credit уникален для каждого пользователя и универсален для всех приложений, построенных на U-Chain. Если кредитная оценка пользователя проходит вообще установленный уровень, они могут арендовать велосипед, не платя маркерный депозит. Если, однако, пользователь не выполнит требуемый кредитный рейтинг, он должен будет внести депозит, который будет возвращен, как только они закончат, используя велосипед. При этом все выполняется с помощью умного контракта, то бишь смарт-контракта. Также есть служба транзакций. Это все транзакции, совершаемые на U-Bicycle DApp, будут обрабатываться в UKN, то бишь в U-Chain. Сама транзакция вместе со своей платежной информацией будет передана и сохранена в блокчейн U-Chain. Он также будет использоваться в качестве источника данных для обновления паспорта пользователя. Также есть сервисный кошелек. U-Bicycle также будет использовать и подключать свой DApp к услуге кошелька, предоставляемой U-Chain. После того, как цифровой кошелек U-Chain успешно связан с учетной записью пользователя, пользователь может напрямую использовать все услуги кошелька, такие как оплата и передача токена внутри DApp. Также есть система задач. Это U-Bicycle также будет иметь систему, которая распределяет операционные задачи с вознаграждением за токен,
Он будет публиковать задачи, основанные на местоположении в соответствии с реальной ситуацией. Как пример, перемещение определенного количества велосипедов из местоположения А в местоположение Б из-за несоразмерного количества велосипедов. Все пользователи местоположения А смогут просматривать и принимать задания. И как только велосипед транспортируется в местоположение Б, задача считается завершенной. И пользователи будут вознаграждены токенами, которые будут отображаться до принятия задачи. Открытый U-велосипед платформы DEP также предоставляет API для других предприятий и DEPs, которые хотели бы использовать услуги велосипедного обмена, предоставляемые U-Bicycle. Они могут зарегистрироваться для использования API, включая картографическую службу и платежный шлюз. Служба управления активами U-Bicycle предоставляет пользователям, имеющим велосипедные ресурсы, возможность оцифровать свои тяжелые активы, чтобы заработать токены. Помимо 100 тысяч велосипедов, принадлежащих на данный момент U-Bicycle, пользователи могут также вносить свои холостые велосипеды на платформу после регистрации их на платформе регистрации цифровых платформ U-Chain, сдавая их в аренду другим пользователям, и легко зарабатывать на этом токены. И, собственно, блокчейн у них есть, это, конечно же, хранение данных на блокчейне, это данные пользователя и транзакции от U-Bicycle DApp будут упакованы и отправлены через механизм консенсуса, который будет записан на блокчейне, после чего, как он будет подписан и зашифрован. Кроме того, такие активы, как велосипеды с платформы U-Bicycle, будут зарегистрированы в модуле регистрации активов и сохранены на блокчейне вместе с информацией о местоположении, истории обслуживания и протоколе технического обслуживания, который является полностью защищенным и прослеживаемым. Ну, собственно, на этом все. С вами был Crypto Today. До скорой встречи. Увидимся.